Альберт Цекиров для мальчишек из 63-й школы не только наставник, но и настоящий герой. В 2014 году он стал чемпионом Европы по восточным боевым искусствам. Теперь спортсмен сам готовит новых чемпионов. И недавно у будущих чемпионов и их тренера кардинально изменились условия для тренировок. Потрясающий зал, то есть оборудован. Как раз для единоборств подходит. У нас есть кронштейн, у нас висит мешок. Вот у нас есть площадки спортивные, мягкие покрытия. Замечательно. Спортивный зал школа отремонтировала по региональному проекту «Инициативное бюджетирование». Из регионального бюджета получили 200 тысяч рублей. Еще 90 тысяч добавил бюджет города и сами жители близлежащего микрорайона, родители учеников и спонсоры. Средств хватило на покупку нового оборудования для самого спортивного зала и раздевалок. Раздевалки были, но они были в таком состоянии удручающем, что даже ребята, когда увидели новые вот скамейки, да, мебель у нас новая, по-новому покрашены стены, они все-таки, знаете, так радостно, удивленно говорили, ну надо же, как приятно и удобно сидеть. Интереснее ученикам теперь стало и на уроках информатики. В кабинете появилось новое оборудование. 14 ноутбуков, интерактивная доска. И все это тоже удалось приобрести по инициативному бюджетированию. В этом году 63-я школа смогла победить сразу с двумя своими проектами. Все очень круто, мне очень нравится, так как появилось много возможностей. Ноутбук начал быстрее работать, чем компьютеры. Компьютеры иногда даже зависали. И получается, более современные программы появились, больше возможностей. А наш проект IT-перезагрузка и спортивный школьный клуб – это возможность сделать школу современной. Потому что мы будем реализовать не только общеобразовательные программы, но и немножечко обновить программы дополнительного образования новыми IT-технологиями, ну а также спортивное направление, проектную деятельность, внеурочную деятельность, участие в различных мероприятиях – социальных, спортивных, ну и, например, такое сетевое соревнование, как World Skills. В программе инициативного бюджетирования 63-я школа участвует уже во второй год. В прошлом смогли получить средства на ремонт и обустройство конференц-зала. Впереди новые проекты. Сейчас у нас по Октябрьскому району готовится 20 проектов, которые я курирую на этот раз уже не только свой округ, но и весь Октябрьский район. Поэтому будем стараться, чтобы максимально 20 проектов наши были выигрышными. Прием заявок в электронной форме на конкурс «Инициативное бюджетирование» стартует уже в декабре. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости.